Аппетитное, вкусное, быстрое. Яичница, бутерброд из ничего всего за минуту. Приступаем. Первое, что нам нужно сделать, это отделить желток от белка. Далее ставим сковороду с кусочком сливочного масла на газ и ждем, пока масло растает. Масло растопилось, выливаем просто белок и обжариваем. Стараемся сделать белок примерно во всю сковороду. Белок почти пожарился. Почти готово. Теперь в серединку обжаренного белка выливаем заранее заготовленные желточки и подсаливаем. Далее стараемся сложить все стороны обжаренного белка в центр, чтобы получился вот такой вот квадратик, и немного обжариваем его вот так. Немного отодвигаем и кладем кусочек хлеба. Ждем несколько секунд. Несколько секунд прошло. Переворачиваем хлеб. Хлеб немного обжарился. Теперь пробуем аккуратно положить яичницу на хлеб. И слегка обжариваем. Готово! Выключаем газ и выкладываем. Выкладываем вот такую прекрасную яичницу-бутерброд. Сверху можно посыпать свежей зеленью, но это уже на любителя. Если вам понравилось видео и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также можете написать свой рецепт бутерброда или же быстрого завтрака в комментариях. Всем приятного аппетита и до новых встреч!